это уже четвертый, Карл. Плевать. Позовем 5-го, 6-го, 10-го, 20-го. 20-й придет как раз на мои похороны, Карл. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Стоит ли портить такой прекрасный вечер? А разве сейчас вечер? Конечно, смотри, какая луна, звезды. Я иду к тебе, моя дорогая. Может быть, тебе не стоило начинать с Софокла? И с уткой в этот раз ты тоже перемудрил. Хотелось его развеселить. Мне сказали, умный человек. Ну, мало ли что про человека болтают.